Всем привет! Решил вот вам рассказать для тех, кому хочется размять свой как-то мозг, как собирать кубик Рубика методом F2L, то есть собирание двух первых слоев. Естественно, все это начинается с креста. Ну, я вот привык собирать на синем. Крест нужно собирать сразу же правильный. То есть правильно крест, это значит здесь синий, здесь желтый. То есть по центрам должно совпадать. Берем и собираем. Это довольно-таки несложное дело. Крест. Так что пытайтесь, делайте. Главное крест собрать. Все остальное насрать. Кстати, F2L довольно-таки простая штука. Вот мы крест собрали. Все. Нам теперь еще нужно собирать сразу пары. То есть вот синий, белый, оранжевый. Синий идет сюда. Нам остается найти бело-оранжевый. Бело-оранжевый. Где он у нас? Вот он у нас. Чтобы нам подвести вот этот вот белый, оранжевый к этому углу, нам нужно его поднять наверх. В первую очередь. Берем его просто когда крест только собрался, берем и поднимаем его просто наверх. И поворачиваем, крест устанавливаем обратно. И мы видим оранжево-белый, синий, оранжевый-белый. Нам сейчас достаточно просто вот взять и повернуть. Вот это, здесь нет собранных элементов, нам здесь терять нечего. Мы берем просто, поворачиваем, ставим угол к ребру, убираем в сторону и собираем крест обратно. Все, у нас пара собрана. Пара собрана синяя-оранжево-желтый. Теперь его надо нам поставить на место. Берем, подводим к тому ребру, которому нам надо. К той стороне, то есть вот он белый, вот оранжевый, вот синий. И ставим эту пару на место. Ставится она очень просто. Вот у нас уже одна пара есть. Дальше. Смотрим наверху, что у нас еще есть. Пока нет ничего. Берем любой кубик, выводим. Синий цвет внизу, синим к себе выводим его. Ставим. Дальше у нас оранжевый, желтый. Синий. Нам нужно найти оранжевый желтый цвет. Вот он. Нам его достаточно передвинуть сюда. Как нам его передвинуть сюда? То есть, если мы так передвигаем, у нас вот этот вот убегает. Смотрим, что мы можем сделать, чтобы не разрушить этот. То есть, если мы вот этот вот так вот опускаем, то мы разрушим вот эти. Мы берем вот эти вот своего рода пустые клетки, которые нам не нужны, уводим назад. То есть, синий вот, пустые клетки вот они. Опускаем. Синий, оранжевый, желтый. И подгоняем к нему оранжевый, желтый. Теперь синий, оранжевый, желтый поднимаем. И у нас пара собрана. Вот они два желтых, вот они два оранжевых и один синий. Смотрим, куда его ставить. То есть нам нужно подогнать вот эту сторону к желтому центру. Подгоняем к желтому центру и загоняем сразу пару. То есть берем. Раз. Убираем эту сторону и подгоняем. Все. У нас собрано два угла. Вот у нас один сам залез сюда. Если в таком случае, чтобы создать пару, это еще проще. Ищем у нас, где у нас вот красно-желтый. Нам сюда он и нужен. Ставим его на желтую сторону, к желтому центру. Вот куда нам его надо поставить. Мы уводим его в сторону. Раз, два, три. Пара есть. Теперь мы ее загоняем на место. Остается у нас последняя пара. О, она, кстати, уже собрана. Бывает такое, что они собираются. И вот два слоя мы собрали. Все формулы, все методы Джессики Фридрих построены вот на этом методе. Освоив вот это вот, понять вам будет гораздо удобнее, выучить и формулы, и все остальное. Дальше у нас остается собрать шапку.
у нас здесь есть центр. Вот эти мы углы не считаем. Это любой другой цвет. Нам нужно собрать вот здесь вот палочку. Перед тем, как собрать крест, нужно собрать палочку. Что мы здесь делаем? Мы берем, поворачиваем лицевую сторону, любую лицевую сторону, вправо. И делаем один пиф-паф. Раз. И второй пиф-паф. Два. И ставим на место. И вот у нас получилась палочка. И все остальное у нас цело. Теперь нам нужно собрать крест. В положении палочки мы берем, поворачиваем, опять же. То есть палочка она вот так, а эту сторону поворачиваем по часовой стрелке и делаем один пиф-паф. Все, у нас крест собран. Смотрим, правильный он у нас или неправильный. То есть белый, ага, он у нас неправильный. Подгоняем два каких-либо цвета, чтобы они совпадали. То есть вот мы видим, совпадает красный и желтый. Дальше, чтобы нам вот эти цвета поменять местами, мы делаем следующую комбинацию. Берем белый, ставим на место, средний ребро. Правую поднимаем, опять шапку вертим, опускаем. И опять шапку повернули, это подняли и два раза назад. Все, у нас крест готов. Вот такая вот штука. Дальше мы берем и собираем углы. Так, одну минуту, кто-то ко мне пришел. Как только мы собрали крест, мы начинаем собирать вот эти вот углы. То есть мы вот эти вот все зеленые цвета ставим на место, где они должны быть. Для этого нужно освоить только одну формулу. Пиф-паф. Берем синей стороной, в данном случае, к правой руке. И с этого положения начинаем делать пиф-паф. Если цвет не видим, то делаем два пиф-пафа. Раз, два. Синий цвет на месте. Дальше весь кубик мы не трогаем, а только поворачиваем в одну сторону, где собираем цвета. Цвет видим, делаем 4 пиф-пафа. Раз, два, три, 4. Цвет встал на место. Опять. Видим цвет. Делаем 4 пиф-пафа. Раз, два, три, 4. Опять поворачиваем. Цвет не видим. Делаем 2 пиф-пафа. Раз, два. Эта сторона у нас целая. Эта сторона у нас собрана. Ставим ребра на свои места. И мы видим такую картину. Мы видим 2 кубика, два кубика одного цвета смотрят на вас. Это значит, что нам остается сделать одну формулу, и у нас все соберется. Если такая картина на всех четырех углах, то есть или нет глаз, они все перемешаны, или глаза с двух сторон, то делается одна и та же формула, но только два раза. В данном моменте кубик, который стоит на своем месте, мы его опускаем вниз, дальше от себя, и должно быть в левую сторону, к левой стороне, к левой руке. Если же этот кубик собран был бы здесь, то мы бы держали его вот так. То есть здесь собранный, здесь глаза вот эти. Начинаем собирать. Формула довольно-таки простая. Раз, два. Ребро повернули. Раз, два. Ребро на место. Фронтальную сторону два раза повернули. Раз, два. Левую сторону повернули. Раз, два. Левую сторону на место. И фронтальную два раза. Все, кубик собран. Все легко и очень просто. Вот такие вот дела. Мучайтесь, ломайте голову, учите формулу. Никаких проблем в сборке кубика нет. Все, спасибо, до свидания, подписывайтесь на мой канал.
ставьте лайки. Еще раз до свидания.